Вопрос, придет ли Жданов в сборную чемпионат мира, но да. я думаю, что Пойдет. Если мы сомневались, то он заслужил. Нет, подожди, подожди, у него контракт до конца этого. Ну, года. Контракт, Андрей, мы знаем. А кто повезет? Теперь-то уж, мне кажется. Не, вообще-то у нас все может быть. Тут так-то, по идее. Не, Леонид, ну мы сразу... Это я говорю, я все время вспоминаю. Знаешь, мы в Кузнецке работаем. Вот первый раз я когда там пришел. Время 6 вечера. Сашка Филипенко, директор клуба, я генеральный менеджер. Время 6 вечера. Он такой, Лень, ну что, домой? Я говорю, да, все уже. Ну, давай, до завтра, все. Я так прихожу в гостиницу. Я в гостинице жил. Так, пиджачок снимаю. Звонок. Филипенко за ним говорит, Лень. Я говорю, что, включи телевизор. Там канал. Я так включаю. А там руководство хоккейного клуба «Металлург Новокузнецк» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Андреем Сидоренко. Он такой, значит, это разговор генерального директора с генеральным менеджером. Он мне говорит, ты об этом что-нибудь знаешь? Я говорю, нет. Я говорю, а ты? Он говорит, я тоже. Представляешь? Я вообще... Подожди, у вас уборщица там увольняла? Нет, там, наверное, кто-то вообще, даже мне страшно сказать. Вот. То есть я к чему говорю-то? Такие вещи, представляешь, вот генеральный директор с генеральным менеджером. Кто его уволил? Это наша действительность. Да, поэтому ты говоришь, поедешь, Жданов, на чемпионат мира. Ну так ты вообще должен. Ну кто его знает? Не поставили мальчика высокопоставленного чиновника в состав?